Приветствую вас. Я думаю, что вот, как вы говорите, интерес, влечение, другие люди отталкивают вас, это нужно исследовать, потому что контент, наполнение подобных переживаний может быть самый разный, вот, начиная с вопросов, касающихся, допустим, сексологических, вот, и заканчивая вопросами, собственно говоря, психологическими. Вот, да, то есть это может быть как ваши предпочтения полуролевые, так это может быть и результат определенного негативного опыта. Например, на наличие, вот, например, последнего косвенно указывает то, что вы говорите именно, что отталкивает вас. То есть вы говорите именно про отталкивание. Вот. То есть не про то, условно говоря, что вот вам просто просто нравятся там определенные люди, а именно вот вы говорите о том, что вас отталкивает, и у этого могут быть серьезные основания, да, то есть у вас может быть негативный опыт взаимодействия с людьми, например, или может быть вот в этих людях вы видите что-то, чего очень хотите сами, что вам там нужно, например. Вот. То есть вариантов может быть много, как вот мне кажется, вот вариантов может быть довольно много. Вот, и я бы не стал как-то вот, знаете, сразу, отсекать какие-то варианты. Вот, мне кажется, что гораздо честнее по отношению к вам было бы вот поисследовать, вот, изучить ваш опыт, дальше уже смотреть. Вот, дальше уже смотреть, что и как. Вот. Это было бы просто честно по отношению к вам. Вот. А сейчас пока. Ну, это больше про погадок. Причем, знаете, погадать, наверное, далеко не лучшей форме. То есть на такую достаточно интимную тему вы предлагаете, вот, поэтому я не хотел бы этого делать. Вы извините, но не хотел бы. Я думаю, что, в принципе, вы можете вполне спросить себя, вот, вполне, можете разобраться, вот, в себе, да, с помощью психолога. Вот. Вы можете вполне сами разобраться в этом.
Мне кажется, что это будет честно. Вот, честно, честнее, по крайней мере, по отношению к вам, нежели чем, если мы будем как-то вот пытаться догадываться. Вот. Это абсолютно, абсолютно серьезно вам сейчас говорю. Вот. Как-то так я хотел бы ответить вам на вопрос, который вы задаете, да? То есть вот вероятнее всего вы чувствуете себя в безопасности с этими людьми и не в безопасности с теми, вот, ну, от кого вас отталкивают, грубо говоря, вот. И, соответственно, можно посмотреть наполнено этого, да, то есть, ну, можно поисследовать, вот, что там такого отталкивающего, что там неприятного для вас, да, допустим, опыт неприятный, там, что-то еще неприятное. И напротив, что приятно, то есть, что нравится. Никто не говорит, что вот это что-то плохое обязательно, да, и там не должно быть этого. Никто так вот не говорит. Напротив, я думаю, считаю, что все, любой вид отношений может быть. Вот. Просто нужно лучше разобраться, а потом что это такое. Вот. И все, я думаю. Поэтому вы молодец, что обратились за помощью. Вот. Вы большая молодец, но это первый шаг только. Вот. Второй шаг это непосредственно работа с психологом, вот. Непосредственно работа с психотерапией, вот, в которой вы могли бы для себя вот увидеть те моменты, которые с вами происходят лучше. Без риска, там, условно говоря, ну, себя травмировать, да, без риска, там, как-то себе навредить еще больше. И так далее. Вот. Так мне, по крайней мере, этот момент видится. Вот. С точки зрения психотерапии. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.
Желаю вам всего самого доброго. Удачи!